Новое видео выходит каждый день в 20:00. Пока Ангел Кассада где-то там отдыхает, там либо на Мальдивах, либо еще где-то, потому что по-другому я не могу объяснить, почему у него без каких-то объяснений с его стороны уже более недели не выходят ролики на его канале. Поэтому за инфоповоды и за все прочее беремся мы с Empire. Мы два таких дружка-пирожка, мы вот так беремся за вот эти вот все инфоповоды и максимально про них, про всех рассказываем, и все, в принципе, становится как-то более или менее нормально. Однако, ну, знаете ли, ладно. И вот когда, как однажды говорил такой, знаете ли, философ Ангел Кассада, история циклична, блять, запорол цитату, извиняюсь, история циклична. Понимаете ли, Брулев в очередной раз наебал своих малолетних идиотов, и вместо того, чтобы отписаться, вместо того, чтобы предъявлять ему, какой он пидорас, что он, блять, всех нас наебал, лайков под его видеороликом, где он говорит, что он обосрался, больше, чем дизлайков. Как так получается? Никто не отписывается, всем все нравится, их нравится, что... Всем нравится, что их наебали, блять. Их наебали, и блять. Он еще в свой вот этот вот видеоролик с оправданиями, со всем прочим, вставил фрагмент вот голосового сообщения от Филини, где он такой говорит, типа, блин, ты хотел сделать как лучше, там, для своих подписчиков, вот это вот все самое, не получилось у тебя это сделать, и твои подписчики тебя за это и обвиняют. Я сочувствую, что с сервером не вышло, ну, типа, серьезно за это тебя хуй сосет, что ли? Это же, это, блять, бред. Ты попробовал сделать что-то свое, что-то новое, что-то для своих подписчиков, а они же, типа, тебя хуесосит теперь за то, что ничего не получилось. Блин, бро, тот, кто тебя сейчас хуесосит за это, мне кажется, это не твои подписчики, это просто ебы, не более. Я вот просто, я стал подумать, блять, неужели ты такой тупой, каким ты показываешь себя в своих скетчах? Но я думал, что скетчи это скетчи, а в жизни ты можешь быть пиздец каким умным, пиздец каким классным, пиздец каким нормальным. Но, блять, это пиздец. Это настолько тупым. Быть это просто невозможно. Я вам напомню, что Брулев говорил про данный сервер. Я вам просто напомню. Он говорил, чуваки, я на этом сервере основатель. На этом сервере будет делаться все под вас. Все системы, все пожелания, все будет под вас. Все будет нормально. И я этот сервер не брошу. Все будет хорошо, все будет нормально. И вот тут не прошло даже, наверное, 3 месяцев или даже 2 месяцев. И он, сука, закрывает свой сервер. И тут сразу хочется сказать, но мы же говорили с Ангелом Кассада, там, с игроками, там, я не знаю, Гранд РП, с подписчиками канала Брулев Плей. Все ему, сука, говорили, что, блядь, Гранд Рули Плей погубит тебя, долбоёб, и ты погубишь Гранд Рули Плей, и все будет хуёво, но нет. Нет, вы понимаете? Нет, блять. Всем было похуй, что основатель Гранд Рули Плей слал всех нахуй, что Брулев слал всех нахуй, что модераторы Брулева слали всех нахуй. Я не знаю просто. Я не знаю, блять, кто подписан на этого обрыгана. Мне просто, блять, непонятно. Этот человек мне максимально неприятен. Я не понимаю, как можно быть на него подписанным. Что? Он не делает какой-то специфический контент. Он нихуя не делает. Все, что он делает, это кривляется. Он просто как какая-то мартышка, блять, в зоопарке кривляется и не более того. Я не понимаю, зачем, сука, и нахуя. Открыл сервер, собрал доната, закрылся. Все, сука, все, никаких то стараний, ничего. Нужно ли вам в очередной раз напоминать, что я был прав, что Ангел Кассада был прав? Да все были, сука, правы, что Брулев никакой не основатель, что он как обычный ютубер, что он соберет донаты и уйдет, блять. Все. Но никто не верил, нет, все говорили, да ты чё, Брулев основатель, он на стриме нам показывал то, как он скидывает свои хотелки каким-то там, блять, основателям, разработчикам и прочим людям, и они это все исполняют. Долбоебы, ебаные долбоебы, скидывают свои хотелки, блять, каким-то там чувакам, сука, из команды разработчиков, это не равно быть разработчиком, понимаете, в этом весь прикол, в этом, блять, весь рофл. Я не... Что с вами не так? Что с вами, сука, не... Больше всего, блядь, больше всего, я опять же повторюсь, меня поразил Филини. Его феноменальная тупость, его феноменальный склад ума, я просто не понимаю. Так однобоко смотреть на ситуацию, пиздец, я не понимаю. Я ненавижу Филини всеми фибрами своей души. Омерзительный человек, ужаснейший. После того, что он сказал, ужаснейший. Я думал, ну я, возможно, думал, ну ладно, там, общается с Брулевым и так далее. Скетчи вроде смешные, интересные для детей, да, но в принципе неплохо. Но он тупой. Он омерзительно тупой. Это просто невозможно. Блять, Филини тупорогий, сука, бивень, блять. Просто уебан. Я не... Блять, омерзительный. Просто
хуёвейший чел. Но давайте вернемся к Брулеву. Блять, вы помните, как он вот смотрел ролик, допустим, Ангела Кассада там, или еще кого-то, и говорил такой, типа, а, да-да-да, ой, бля, закроемся, конечно, нас просто дудосят, блять. Да не, ботов мы не накручиваем, у нас все нормально, у нас все хорошо, блять. Серьезно, блять, серьезно. Ну, и все, большинство этому верили, разумеется, адекватные люди, нормальные люди, они этому, блядь, ни секунды не верили, но его аудитория до последнего, сука, верила, что он, блядь, основатель, что он не закроет сервер, не кинет, все будет нормально, когда всем нормальным людям было это понятно, блядь, почему Брулев такой тупорогий долбоеб, мне непонятно, хотя мне даже понятно это, омерзительно, просто я не знаю, как можно об этом рассказать, человек, ну долбоеб просто, ну долбоеб есть долбоебом, ну, то есть, ну вот эти его вставки, блядь, и все прочее, это можно использовать, блядь, на протяжении всей жизни, и вы никогда не устанете, блядь, это омерзительный человек, просто, блядь, ужаснейший, я не знаю, как так можно сделать, и, блядь, до сих пор, сука, вот его проект, мне кажется, что вот, если он, блядь, откроет свое казино, блядь, Брулев казино плей какое-нибудь, нахуй, будет наебывать людей, будет не платить там деньги и все прочее, блядь, то, ну такие чуваки, типа, бля, да нормально, он основатель казино, да, бля, там не может быть никакой подкрутки, мы по-любому выиграем, все будет заебись. Я не понимаю, мне это непонятно, блядь, мне вот именно вот это вот непонятно. Пиздец, это в самом деле полнейший пиздец, я не знаю, блядь. Охуеть, это пиздец. В общем, я вам говорил, единственное, я вот мог записать ролик на секунды две, просто с двумя словами. С тремя словами. Я вам говорил, и все. Я же вам говорил, мы же вам говорили, все вам, сука, говорили, что Брулев обманет, блять. Но почему-то, блять, многие задонатили, многие еще что-то. У меня даже есть некоторые приятели, которые задонатили на открытии, блять. Пиздец, я не знаю, чуваки. Я не понимаю, блять. Ой, в общем-то, я думаю, что на этом все, в принципе. Что я еще могу сказать? Я думал растянуть хронометраж до 10 минут, но тут не о чем рассказывать, блядь. Просто я вам говорил, и все, Феллини, блядь. Охуеть. Я, блядь, до конца убедился, что Феллини полнейший долбоеб. Это просто, это невозможно, блядь. Это омерзительный человек. Это как и Брулев, как и вся вот эта их, блядь, шайка, вся вот эта их, блядь, семейка. Это, блядь, они все одного поля ягоды, блядь. Ну, более я ничего сказать не могу. В общем, что я могу сказать? Приятно оставаться. Уебан.